Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и продолжаем проходить BioShock 2. Вот, у нас на очереди дополнение Minerva's Den, логово Минервы. Поехали. Начать логово Минервы. Давай. Уберите уровень сложности, опять же, средний, как обычно. Кстати, по идее, этот русификатор, он, по идее, наверное, полный. Который я ставил, там где-то встречались отдельные русификаторы налоговой Минервы. Вот. Следите за роботами-пылесосами, могут содержать ценные предметы. Да, есть ачивка, по-моему, 10 роботов-пылесосов раздолбать. Я не знаю, она как бы заработаю я ее или нет. Восторг. Восторг. Так что дверь открылась, ладно. Subject Sigma is approaching Minerva's den. He must not reach the Thinker. Detonate the tunnel. Субъект Дельта. Некоторое время спустя. Ну, по сюжету оно 68-е, это же, по-моему, событие первой части. Если я ничего не буду. Hello, Mr. Sigma. Can you hear me? The name's Porter. Charles Milton Porter. Doc Tenenbaum tells me you're here to help us get the Thinker out of Rapture. It's not going to be easy, but nothing worth doing ever is. You should be able to get inside through an airlock. Окей. Найти Чарльза Милтона Портера. Зачем? Я и так вижу свою активную цель, ребят. Вы меня так обучаете? Ты понимаешь, что это, по идее, на DLC выходило тогда, вот, ну, через какое-то время, и люди могли забыть. Ну, блядь, это в составе ремастера, в котором все сразу лежит. Ну, зачем вы это? Вот я не понимаю, зачем такие вещи оставлять, серьезно. Вдруг же я же не помню, как вот и что тут. Что, Адам-то мне пригодится. Ну-ка, что тут у нас три сестрички на этом уровне. Замечательно. Я не помню, насколько оно длинное, помню, ну не знаю, серии на 5, наверное, будет. Оно короче, чем оригинальная игра, но естественно. Но я думаю, что серии на 5 оно получится. Логово Минервы. Которое не прогрузилось. Прогрузись, логово Минервы, что-то. Что за рейдж начался? But not cut off from splicing. Don't let your guard down. The den's gone dark, but if you can reset the local power relay, I'll be able to get the juice flowing from here. Окей. Восстановить подачу электричества в логово Минерву. Тишечка. Мне не надо пока что лечиться. Виски я не буду пить. Thank you.
Нет, потому что лампочки горят. Я только помню, что что за мыслитель и к чему он был. А все остальное как-то так не очень. Ну, погоди-ка. А, стоп. А, ну да. Во. Ведь цена даже запомнил консервированное мясо. Он дает съедим и все равно не вернусь. Mr. Porter, let me be the first to congratulate you on the founding of Rapture Central Computing. The great chain only grows stronger with each pair of hands laid upon it. I trust that you and I will choose to pull Rapture in the same. Окей. Атлантический экспресс. Return to the administration wing for all needs involving human resources or public relations. Do not interact directly with potential clients or members of the public regarding Rapture Central Computing unless specifically instructed to do so. Тень, что тут? Какая у нас тут Central Community? Какие деньги ты заметил? Так, куда нам? Да, сюда. What steps into Minerva's den? Potter's newest toy? He wants the thinker for himself. But you see, old friend, the machine has chosen me. Мы пока что не знаем ни кто ты, ничего. Ничего такое. И это выглядит немножечко странно, ну да ладно. Моё. Так посмотришь, приличные люди. А матом ругаются, караул. Reed Wall. He and I founded Rapture Central Computing together, but the greedy bastard pushed me out years ago. The splicers, the security. He pulls the strings in Minerva's den now. То есть, поскольку это, видимо, 68-й, то вот эти вот ребята, они, видите, еще такие... Они уже начали кукухой ехать, но при этом они, ну, выглядят еще как нормальные люди, более-менее. Там нужно электричество. Прибавка здоровья от чипсов, это, конечно, очень забавно выглядит. Поверьте опытному пожирателю всякого говна, чипсы не прибавляют здоровья. Так, ага, надо будет взлом. Прогружаться мы не будем, да? Потер и я are partners, but he's wasting that machine. In off hours, I've been using it to predict the outcomes of baseball games, and it is incredibly accurate. Apply such equations to Rapture's markets. This thing is the money-making grail. But Porter, I have heard them feeding at recordings of his dead wife. The fool wants to turn the thinker into a person. I could not imagine a sadder fate for such a perfect machine. Не, увы, так, лазерный или... Вот, да, вот это вот новая пушка. Она прям хороша. Панель управления освещением. Look at you, Sigma. You think that Porter is your ally, but the Thinker knows better. The Thinker knows. What would Rapture be like without automation?
О, да, детка. The power is rerouted. That tip thing is in our favor. Head up to my office in the executive wing. I've got something you'll need. Hurry now. Я где-то деньги потерял, я их кинул в чувака. Я сейчас забываю, что у меня телекинез просто. Ну-ка. Ты знаешь, что это. Так, ну пока что у меня, в принципе, смысла нет, потому что... Ага. Я могу тебя взломать, да? Да. Лазерный элемент. Да. Купить, конечно же, купить. Чё вообще? Сеньорес. Так, ну где-то... Так, это мне нужен этот. Ради интереса. Мы услышали, что мыслитель — это некий девайс. Чё? Не, показалось. Показалось, что-то мелькает, потому что там... Изменник. Окей. Опа. Пирожное. Джин оставьте себе. Консервы тоже скушают. Так, это моё. И это кофе. Воу! Ты что творишь? Хотя может так? Текс, это у нас все. Управление системой охраны. А, ну ладно. А, возьмите под контроль систему безопасности восторга вражеских. Ну да. Перемещайте перенацеливайте камеру и турель по своему желанию. Ну, пускай будет, окей. Вита Чембер. Это вот они, кстати, растут здесь. Прикольно. Так, пойдемте пока чисто по сюжету, что называется. Мне нужно прям либо электричество, либо взлом. А, то сейчас мы сможем сломать. 20 адама, ничего не могу купить. Да, я знаю. Those vacuum bots sucked up all sorts of things before they went on the fritz. Crack one open, and you might find something you can use. Новые цели набитые уничтожить пылесосы, роботы уничтожили 1 из 5. Надо будет хорошенько. Я когда проходил оригинал, там что. Там что же есть этот DLC? Я пылесосов всех не нашел. Да что ты? Модифицированный самострел. Модификатор ускорения увеличит скорость дротика, уменьшает паузу между выстрелами. The Thinker's perfect equation has predicted your every move, Sigma. It knew you would be here. It knows where you will be next. And it knows that you will. I will not. Not any. Walls become obsessed with perfecting his predictive equation. The thinker can do plenty, but tell the future? No. The splicing drove him mad. Wall can rot here in rapture for all I care. We'll make a copy of the thinker and return it to the land of the living. Ну, господи, какая же охуительная пушка! Зачем я это сделал? Это было случайность. Воу! Джаз, только камеры может перелить? О, нет, на них тоже работает отлично.
Я скажу, пусть, пока пусть парни там веселятся, а я взломаю тут всякого. Да я знаю, господи. Так, лазерные элементы там и так валяются. Сеньорес. А, ну поэтому роботы, как всегда, начали меситься между собой. Классика. Кстати, да, F5, его упал. А конечно, тьфу-тьфу, что-то вот я сижу. Да охуел! Же тьфу-тьфу, сижу, ничего не вылетает, тут уже второй час. А? Топливо для бура. Ну давайте с буром походим, ладно. Не знаю, я не люблю просто в шутанах милитари, что называется. Так, консервы, консервы. Пока что мне все это нужно. Термоэлемент. Вы получали с собой патроны. Так, ну-ка. А, прикольно. Вроде там еще полезного нет. Так. Я так понял, это просто место, где можно залутаться. Почему? А, угу. Потому что отсюда никуда не идет дорога. Нярина, нярина, нярина. Атом is a predatory substance. After exposure, a constant supply is required to maintain its effects. Otherwise, the user deteriorates into madness. My plasmid, which releases the little ones from their servitude, is promising, but limited. It only works on the children with the slugs in their bellies. On an adult splicer or big daddy, you'll see rejection effect. Undesirable. But if the deterioration of mind and body were reversible, if Adam's sickness could be cured, then its predatory nature would be no more. Но опять же, с точки зрения расширения лора, это всегда очень интересно. Воу. Тебя можно взломать? А! Да прекращайте вы, блядь! Заебали! Я же специально даже подчинил себе, шо вы... Шо вы как дети малые! Дротик взрывчатый. Опачки, осторожный взломщик. Первый генный тоник, да, на осторожный взломщик, эта машина будет медленно, да, 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 да. Это, ой, это нужная штука. В общем, как ни посмотри... Немножко не то сделал, но... Вообще, я так убил, потому что сейчас они меня... Лазерный робот, ничего себе. Что, все, убили? Вау, аккуратно, пацаны. Спасибо. Так, отлично. Over there! Ня-ня-ра-ня-ра-ня-ра-ня-ра-ня-ра-ня-ра-ня-ра-ня-ра. Дротик. Так, что я могу тут? Лазерный элемент, термоэлемент. Я пока, пожалуй, ну, может, дротик ракеты купить. Сеньорес. Просто сеньор. У меня почему-то всегда слышалось раньше сеньорес. Так, окей, есть только бухло, аптечка. Ой, F5. Надо не забывать сохраняться. Так, подожди, а где было, где-то было, где-то здесь были... Где-то вот здесь были эти... У тебя, что ли? Да, лазерные элементы. Have to stop.
Сами разберитесь. Ной. Да, там один лазер налетает, он же робот. Это только в этом DLC будет, больше нигде. Бля, камеру они разъебали, ну ладно. Термоэлемент, вот видите, вот его покупать зачем, он здесь валяется и так. Мне не надо, а... Денежки я заберу. Оу. Включила безвредную для вас сигнализацию. Такая злобная камера, которую сейчас разнесли в хлам. Бля, как же это охуенная пушка. Просто огнище. На самом деле, я буду сильно удивлен, если нет какого-нибудь мода, который ее запихивает в оригинальную игру. Это же было бы так охуительно. А в общем, может быть, еще и нет. Так. Мое. Так, пиво, кофе, консервированное мясо. Так. Не, ну это у меня все инъекции Евы. Тоже нормально. Так. Часики тикают. Правда, надо обыскивать трупы, серьезно. Не врешь? Кто бы мог подумать? Ну, слава богу, разобрался. А то это неопределенность. Че? Почему здесь какая-то... Ладно. А там где-то была, которую можно было взломать, но у меня пока что нет ни дротиков, ничего. Но это не она. То есть у меня как бы есть патроны, но нету самого этого, да? Взламывательно. Ага, а вот и он. Вот это, да. That hack tool should come in handy. Head back up to my office. Естественно, он будет очень к месту. Ага, вижу. Рада взломщика. А ваше тело перерабатывает только взломные машины в мощные целительные средства. Взламывайте и оздоровляйтесь. Неплохо. Не, ну. Да еще один. Текс, няра. Какая сволочь меня здесь закрыла? Ясно. Minerva's den is mine. You think you can hack your way to the Tinker? Да. You're welcome to try. Он сказал, что ты сможешь типа хакнуть себе всю дорогу до мыслителя. Ну попробуй. А почему бы и нет?
Кто-нибудь пробовал съесть слона? Блин. Опс. Зря на эти патроны потратил, но вот. Их довольно-таки много. Dispatching trains, connecting your phone calls, and keeping the air fresh. The Thinker, the most helpful machine. In Rapture. Опа, моё. А где сестрички? Where is the sisters? Use your hack tool to spring open the door. That crack in the window looks big enough to get a dart through. Реально, ребят, это DLC. Вот как я могу этого не знать, пройдя оригинальную игру? Вот просто интересно. Или есть такие люди, которые реально начинают проходить игру с DLC? Ну, опять же, возможно, конечно, сделано для того, чтобы, может, там DLC вышло через полгода, и ты такой уже все забыл. Даже не знаю. Вот ты только что, как бы, взял там это устройство, и ты бы не вышел оттуда, если бы ты не умел этого. В общем, не знаю. Оу. Красиво. Wall splicers haven't gotten into my office thanks to the Thinker's security. I'm giving you top level access now. All right? Beginning scan. Да. Scanning. Designation. Sigma. Please come in. Sorry I can't be there to meet you in person. You've seen the state of the den these days. It's the Thinker that's important now, though. I need you to get to the computer core and print a hard copy of the Thinker's machine code. Core accesses and operations. There's an ops access punch card hidden in the compartment under my desk there. Grab the card and head for ops. Только я ее возьму, и сейчас начнется атас. That first year in London working for Turing, I didn't see Pearl much. Тюринга работал. Spent all day and night in a government compound, building a computer to crack the Enigma machine. Pearl got pretty fed up with me. I didn't pay her heed. And then one night, I'm out in that complex, and the Blitz starts falling. Next morning, I came home. Find nothing but ashes where I last saw her. Nothing but ashes. Телеграм. Мистер Портер, я знаю, что вы обладаете математическим талантом. Пожалуйста, обдумайте возможность присоединения к моей команде в Бакингемшире. Необходимо взять под контроль возросшие перемещения нацистов. Детали поездки уже выслал. У нас мало времени. Алан Тьюринг. Potter's time is done, friend. Mm-hmm. And now you collude with this traitor to steal the Thinker away from me? Sigma must be removed from the equation. Thinker, deploy office defenses. Wall. He was a brilliant engineer. We saw eye to eye once, long ago, but the splicing made him paranoid, delusional. He'd murder us both to keep the Thinker here. Вот ты летаешь рядом, блядь. Я тебя случайно отключил, дурака. Все забираем. Человек Инферно, саговый и горячий, ну да, мы знаем. Че мимо? Ты, у меня инъекции Евы полные. Ну и хорошо. Что хорошо, то хорошо. Где пылесосы, пацаны? Где пылесосы? Ну, я, кажется, я не соберу. Я наверняка уже где-то что-то пропустил. Какая-то надпись вот где-то была. Ладно. Ну уйди ты нахер, ну! Что за манера? Блин, а можно я какой-нибудь... Там электричество, например.
Как я вижу, бочки. Опа. Не фартанул у тебя мужик, да? Так, окей. Так, погоди, где-то что-то было, помню, я помню цвета. Да, да, я не сходил, потому что здесь пулеметная турель была. Мне кажется, где-то электричество пропустил. Часы прогружается там. Все? Угу. А, просто стул. Просто от турели тоже остается как бы седалище от стула. Тихо. Их пять, там какая-то еще дверка. Но, по-моему, я там оттуда заходил, я видел турель такой, не-не-не-не-не. Не-не-не-не, нет, не отсюда. Ребят, аккуратно. Ребят, я в курсе. В полу тут нет никаких секретов? Ага. Я себя чуть не пропустил. Могу, умею, практикую, как говорится. Да я знаю, просто. Ну где же пылесосы? Ну где же пылесосы? Так, вот что-то я могу уже немножко себе прикупить чуть-чуть совсем. Дополнительное питание. Да, в принципе, пока нормально. Ячейка генного тоника, плазмидный модификатор Евы. Здоровье пока все увеличу. Чекай будет. Кого я слышу? Адмиралом вычислить. Нихуя себе, один миллион вычислений в секунду, вот это, да? Да блять. Кучу бабла просто спустил. Где? The Lancer is the most technically advanced Big Daddy that Rapture ever produced. Now it stands between you and the Little Sisters. And if there's anywhere that you'll need Adam to get by, it's Minerva's Den. Действительно, в других местах он мне не может понадобиться. Только в Минерве, только в логове Минервы он мне может и понадобиться. Так. Окей, пять. No visitors to the Rapture Central Computing mainframe, but you can see Rodan's masterpiece of sculpture that shared. Ух, нихуя себе. Окей, понятно. А, ну
вот оно и... Ну, я как бы уже, да, я думал, сейчас мы его летать-то перестали. Да, конечно, конечно. Пошел ты нахуй, говорит, не игра. Ладно, игра меня не разочаровала. Окей, все нормально. Мало ли вдруг. Subject Sigma rises above the pack, hmm? A futile gesture before the all-knowing thinker. Господи. Не надо мне рассказывать, я в курсе. Дай хуйни, поехали, чё бы не. Давай. Do what you will with the girls. Twist your body with Adam. The thinker's perfect equation accounts for all possibilities. Да, ну. Ёбаный рот этого казино, блядь! Давай прогружайся. Я перезагрузил комп, окей, не вопрос. Да хорош, заебал. Rage 2, прекращай. Точнее, первый Rage. Окей, okay, опять же, надо почаще сохраниться, понимаем. Охуенный, как я должен, блядь? Я не помню, где тут был, ага. Вставай, блядь, сука! Вообще. Бизнес,
Ужас какой-то, просто пиздец. Нужно было, конечно, бурым их, но, блядь. Так, а сейчас давайте пройдемся, соберем. Здесь пока с бурым прохожу. Так, что у меня по деньгам? Нормально. Окей, дрочки автозлома я все возьму. Термоэлемент. Бля, птичку бы надо было взять, я что-то не взял, окей. Ну хотя бы одна, а вот они раздолбали. А, во, кстати говоря, да. Сюда я попасть не мог, окей. Сейчас мы, наверное, с этой сестричкой закончим и закончим, собственно, здесь из серии. Удар бурым. Устрой пробежку с бурым на перевес. Ну да, знаю. Ну, пускай пока будет, ладно. Я просто не помню, я как раз пробовал в Protector Trails это делать, я просто не помню, это какая-то функция, которую мы типа выучили, или она просто была именно вот тоником. Она была тоником. Так, между прочим, кстати, здесь всего два трупа надо, а не три. Нихуя, сколько тут всего. Клепальный молоток. Возьми. Так, заклепка. Можно немножечко. It's dancing, Daddy, dancing! Mom, what's 7 times 12? Don't ask me, silly. Ask the computer tutor. Honey, I'm home from work. What's that wonderful smell? Automatic chef made your favorite tonight. Tuna surprise. Oh, I didn't have to lift a finger. Yay! Thank you. Странно, а чё он? McClendon Robotics. Ты так не работаешь? Ага. Так, здесь должен быть пылесос по-любому. Тихо. Серьезно, я не вижу, где он. Чего? Судя по всему, еще одна. А, нет, она была одна. Отлично. Угу. Это мне сейчас пригодится. Где же электричество-то? Ну, в смысле, этот...
электроразряд. Он же должен быть где-то здесь. Заклепка. Хотя пока все. Больше ничего здесь нет, да? Окей, так, тут торпец. Лазерный робот, пойди плохо. Так, все, отлично. Сейчас, пойдем там до конца уже дойдем. Два из пяти на этом уровне. Опа, ничего себе. Sometimes a cloud of lead just ain't enough. Today I signed for a shipment of those new bot models from McClendon. One variety tosses lightning bolts and the other fires a swarm of rockets. I understand we got some sensitive info bouncing around the mainframe, but brother, these guys ever heard of overkill? Так, вот сейчас камера должна присылать мне в любом случае типа еще подмогу. Да, Адам сидит. Здесь управление уже поменялось. Это хорошо, мать, сейчас я иду. Иду. Отлично. Да. Найти люк вентиляции. Да найдем сейчас. Настолько это... Ага, сюда еще можно было сходить. Давай возьмем. Да, блядь, тут еще что-то есть. Так, что мы сознаем? Ха, я как раз здоровье все себе поправил, да? Деньгами, ну ладно. Пускай полежат, мало ли что. Блядь, уйди! Отлично. Они отвлекли внимание на себя. Опа! Что это у нас? Термоэлемент. У вас не осталось свободных ячеек, да. Выжимайте больше из аптечек первой помощи с помощью канала Ева. Благодаря вам за ссылку. Ага, аптечка Ева дает. Я не буду им пользоваться. Тем более уже посмотрели, видели, что это так. Получается, здесь было просто зайти, взять ништяки. Это хорошие ништяки, я не спорю. Поэтому спасибо за них. Просто потому, что здесь нету, допустим, нету этой, как ее называют, дырки в стене, чтобы ее туда отправить. Блять, вот откуда ты здесь? Ого. А, я их не обобрал, получается. Так, ну-ка. А, мы два что ли? Да куда, мать?
Дура, да? Наебалась? А, подожди. Его робота убили. Но в любом случае, так или иначе, она наебалась. Так. Что у нас тут? Роботик с Волтаут. Да, блять, я здесь не было. Капец. Я, честно говоря, вот, видимо, может, поэтому я эти пылесосы не собрал, потому что... Портфель. Не кажется ли портфель утоплен в текст? Нет, не утоплен в текстуру, окей. Ну и ладно. Так, это... Да. А, кстати, не помню, в Minerva's Den сколько концов. Не благодари. Так, 160 атома у меня. Но поскольку это маленькое DLC, я, скорее всего, буду прокачивать... Ой, вот этот тоник, он, блядь, бесполезный. Ну, не бесполезное говно, конечно, но... Конечно, не под мой стиль игры, я так... Я так не играю. Опа, что это? Ты же у меня автозлоб. Нет, нахер я все это покупаю, серьезно, лазер. У меня куча всяких этих, давай я возьму вот так вот. И при этом у меня нету обычных. Нет, мало. Лазерного элемента. А, колу. Колу давай выпьем. Я какие-то ебеня уже ушел, и мне кажется, нам сюда понадобятся лучшие люди восторга. А мне кажется, нам сюда понадобится идти по сюжету все равно. А, да, кстати говоря. Это манекены разломаны. Так, пошли по сюжету. Мне кажется, я сюда во все эти места должен еще прийти. Так, опа. А, ну, в принципе, девчонку-то я отнес же, я же хотел девчонку только отнести. О, камера сработала. Мужик, стой. Тут там еще ходит, я слышу. Там я был. Да бля, что ты один летаешь? А, нет, двое, да? Окей. Сейчас мы куда-нибудь дойдем. Значит, если что, запомнить надо, что там были места, в которые я не зашел. Хотя это все видите через слон. Ну хотя, возможно, если по сюжету надо сюда будет зайти, почему нет? Нам же уже сказали, как. Погоди, а где? Тут же была вроде. Окей. Ты у нас? Рид Уолл. Куда? Ничего не понимаю. А? Теперь мне сюда надо. Окей. Все, давайте на этом мы сегодня закончим. Первая серия такой, опять же, как сумбур. Ну, блин, вот видите, она, то есть, через какое-то время начинает вылетать. Ладно, ссылка на плюс в описании, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал Маргарита Валисбекова, душевные игры, Роза Парацельс и Капов Крип, жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления обо всех видео, вот, и по возможности поддержите канал материально, ссылки на все квизиты, опять же, в описании есть, вот так. Все, всем всего доброго, эти хорошие игры, и всем пока. We'll be right back.
Thank you.